Эпик Милтайм. Некоторые говорят, что мы отродье злых мясных киборгов. Так вот нет. У нас, блядь, мамы есть. Это они отродье злых мясных киборгов. Моя мамочка всегда хотела, чтобы я стал врачом. Мам, смотри. Я не какой-нибудь индюшачий доктор. Я индюжопий доктор. И эта индюшка мертва. Мать его спецвыпуск на день мать его матери для всех мать его матерей. И тех, кто их ебет. Привет, пап. Да нихуя мы не знаем. Где дырка? Ноги раздвинь. Это шея. Придется резать. Так что ли? Нет. Как в дырку забраться? Вот так. Индейку придется долго ждать. Почему? У нее в заднице лед. Искупаем эту грязную индейку. Немного картофеля с луком. Мы шепы. Почти. Достаем кролика из пластика. Похож на тех малюток из пришельца. Засыпаем его волшебной кулинарной пылью. Эпик Милтайм не эпик Милтайм без бекона. Ведь так, Пита? У хейтеров сейчас желудки свернулись. А мы тут бекон вяжем. Уже устали от этой малюсенькой духовки? Кто-нибудь купите нам духовку побольше там, что ли? Эта ванна предназначена для секса и сальмонеллы. Эпик Милтайм, зависаем с друзьями. Готовься, интернет, набиваем зверей другими зверями. Не завидуй. Масло. Вся эта беконная соль. И Джек Дэниелс напоследок. И никто нас не остановит. Обмазываем эту индейку. Положим ее в духовку. Мускул в очках смотрит на свой бицепс. Мы смазываем индейку жиром. Ну и ликером, конечно. Привыкли к смазке, в общем-то. Много Джек Дэниелса. В нашем спецсоусе. Это беконная броня, нубяр. Эй, вот твое сисечное молоко. Джек Дэниелс и грудное молоко. Мускул в очках именно это и пил после своего рождения. Это не индюшок. У нас тут особый ребеночек, и его сверху накрыло. Вы только посмотрите. Учитывая смазку и соус с Джек Дэниелсом, роды должны пройти легко. Давай, дружок. Давай, малыш. Давай. Да? Ох, ты только посмотри. Вот и пуповинка. Смотри, кто у нас мама. У нас родился вот этот вот кролик, индюшачий он сын. И вы знаете, что мы делаем здесь с малышами? Мы их едим. В следующий раз мы едим голубую вафлю. Озвучил Кузьма. Перевод подготовлен Армухудинов. Подписывайтесь на канал и следите за новыми переводами Эпик Милтайм и многого другого. Би-би-би-би.